Продано, подпишите документы. Открытые торги земельных участков в черте Гродно и право аренды открытых площадок состоялись в горисполкоме. Самыми востребованными среди покупателей стали участки, расположенные в центре Гродно. Их немного, и, как следствие, цена на них по сравнению с другими микрорайонами в разы выше. В то время как земельные наделы на окраине представлены в широком ассортименте и по вполне приемлемой цене. К слову, на нынешнем аукционе микрорайон «Заболоть» и вовсе был снят с торгов, так как на этот лот не было подано ни одной заявки. На сегодняшнем аукционе было продано в собственность 2 земельных участка для строительства индивидуальных жилых домов и право заключения договора аренды 2 открытых площадок. И наибольшим спросом, наверное, пользуются именно открытые площадки, на которых размещаются впоследствии нестационарные объекты. И вы видите по сегодняшнему аукциону, что цена изменяется по сравнению с первоначальной более чем в 20 раз. Подобные аукционы проходят каждые 2 недели, чтобы инвесторы имели дополнительную возможность приобрести недвижимое имущество, избегая ажиотажа и суетного спроса. Продажа наделов с публичных торгов является одним из основных неналоговых источников пополнения бюджета города. Вырученные с аукционов денежные средства, как правило, идут на строительство инфраструктуры и развитие социальной сферы.